Мы должны выбрать. Или мы с США устраиваем ядерную дуэль. Этого не хочет ни Вашингтон, ни Москва. Но вместо этого будет конфликт на Украине. Из двух зол надо выбирать меньшее. Я с уважением и к русским, и к украинцам на Украине, но они сами себя подставили под этот политический черкизон. Это они сами, руководители Украины, так сделали. И Янукович, и Ющенко, и Кучма, и Кравчук, и будущий президент, который в понедельник будет. Это они виноваты.